Сегодня мы расскажем о коляске Аймели в ткани. Она бывает еще также в эко-коже. Это трансформер 2 в 1. То есть у нее один блок, который трансформируется в прогулочный. Блок можно установить к маме лицом и от мамы. Легко трансформируется в прогулочный блок с помощью ремней. У прогулочного блока 3 положения. Регулируются вот они кнопочками по центру, полулежа и лежачие. Сидячее место очень просторное, что по ширине, что по глубине. Бампер идет откидной. А сам чехол идет на замочке. Очень удобно. Ручка регулируется по высоте в нескольких положениях. То есть подходит и для высоких пап, и для маленьких мам. У коляски тормоз ножной. Вот легко поставили. Оп, убрали. Колеса мягкие, прорезиненные. Вот, даже вот защиты от проколов. Передние вращающиеся. За счет этого коляска очень маневренная, с возможностью фиксации. Все, коляска будет ехать только прямо. Корзина. Очень здесь мне нравится корзина. Она вот такая закрытая и вместительная. Здесь мы видим комплектацию, кстати. Вот, она очень вместительная, с доступом можно и с этой стороны, и с этой стороны. То есть сейчас она на липучке, можно их снять. Вот. В комплектации идет ремни безопасности, москитка, чехол на ножке и бампер. Коляска легко складывается. Вот нужно убрать эти кнопочки и потянуть. Все, она сложилась. Здесь есть фиксатор, который не даст раме разложиться. И удобно для транспортировки. Коляска очень легкая. Вес у нее всего 1,5 килограмма.